Харьков, 19 августа, 17-й год. Мост влюбленных на Стрелке. 11:40 по Киеву. Там у нас цирк. Там у нас монтирует сцена к дню города, который будет через 4 дня. Там церковь, которую я почему-то никогда не замечал. Церковь, мечеть, которую я никогда не замечал почему-то. Ну и сам пешеходный мостик. И стрелочка. Стрелка, потому как слияние двух рек. Лопань и Харьков. Традиционные замочки. Насколько я знаю, периодически их срезают, когда их количество превышает все допустимые пределы. Там у нас Андрей Первозванный, которого обильно поливают в 30-градусную жару. Ой, ну и конечно эти фонтанчики просто спасение. Облился, намочился и красота.